Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Не нарушайте сегодня правила, иначе вы сломаете свою судьбу. Сегодняшнее видео и все узнаете. Сегодня Марков день. Бабий праздник. Ни в коем случае нельзя делать некоторые вещи, иначе вы можете испортить всю свою судьбу. Что сегодня не стоит делать? Марков день получил название в честь святого апостола. Считается, что дата дарует небывалую силу каждому и мощные способности. К этому дню обычно лето уже полностью устанавливает свои правила, и теплая весна согревает своими лучами. В этот день можно приобрести настоящую силу для того, чтобы можно было разрешить даже самую сложную проблему и ситуацию. Сегодня очень важно, слова матери могут помочь своему ребенку. Поэтому если вы волнуетесь за своего ребенка и хотите, чтобы у него все получалось, просто от души пожелайте ему этого, ведь сегодня слова матери очень сильны. Они могут творить настоящие чудеса. Вообще, сегодня любое слово имеет огромную силу, так что важно следить за тем, что вы будете говорить в течение дня. И если вы хотите, чтобы в вашем доме был мир, покой, то очень важно настраивать себя на это. Не отказывайте себе ни в чем, траты сегодня полезны, и считается, что любая купленная вещь будет служить вам долгие годы, а все потраченные деньги сегодня к вам вернутся вдвойне. Ведь считается, что чем больше будет потрачено, тем удачнее сложатся у вас все обстоятельства, причем на весь год. Многих сегодня ожидает успех. Внимательно следите за информацией, которая будет поступать в течение дня. Что нельзя делать в этот день? Очень важно сегодня не вмешивайтесь в судьбу других людей, даже если вас попросят. Иначе вы просто сломаете всю свою судьбу и очень долго не сможете восстановить. Поэтому внимательно к этому отнеситесь. Также в этот день желательно не переедать. Иначе вы можете просто привлечь в свою семью негатив и одни болезни. Поэтому постарайтесь сегодня контролировать еду. Также из своего дома никому ничего не отдавайте, иначе вы просто отдаете свое счастье. Но есть такой интересный момент. Если вы услышали пение птиц именно сегодня, значит, вашим желанием суждено сбыться. Это говорится о том, что высшие силы вас услышали, и вы обязательно получите желаемое. В этот день очень легко привлекать новые возможности и, конечно, финансы, которые будут идти просто к вам рекой. Вам достаточно просто в течение дня сделать легкую волшебную практику. У своего порога, внутри квартиры, внутри дома просто положите 3 листочка лавра. Этого будет достаточно. Далее, когда будете класть, обязательно скажите такие слова. Листья лавра рассыпаю. Удачей свой дом заряжаю. Ждет меня во всем успех и процветание на много лет. Да будет так. Проговариваем один раз. Этого будет достаточно. Оставляем свои листочки ровно на сутки. А через сутки их можно просто выбросить. Такой метод обязательно привлечет вам достаток на целый год. Сегодня очень важно попросить помощь своего рода. Даже если вы никогда не обращались, просто мысленно попросите помочь в самых сложных ситуациях. И будьте уверены, что ваши предки вам обязательно помогут. Сегодняшний день обладает огромной удивительной силой. Используйте эту силу себе во благо, и вы увидите, как в вашей судьбе все поменялось только к лучшему. А я вам желаю, чтобы в вашей жизни присутствовал только успех и благополучие.